Продолжая разговор о реляционной модели данных, хотелось бы несколько слов сказать о ее манипуляционной части. Мы помним о том, что реляционная модель данных строго формализована и имеет в своей основе четкий, понятный математический аппарат. В частности, манипуляционная ее часть определяет для использования следующие механизмы. Это реляционная алгебра и реляционные исчисления. Наш курс, который немножко отличается от академических, не будет рассматривать алгебру и исчисления по той причине, что задачи для них все-таки решаются в основном на бумаге, и использование базы данных как инструмента для хранения данных в качестве разработчика, проектировщика или администратора не накладывает требования необходимости решения задач реляционной алгебры и реляционного исчисления. Поэтому мы просто скажем, что в SQL-модели данных аналогичная задача выполняет подмножество языка SQL, который называется Data Manipulation Language, который как раз позволяет оперировать данными. Примеры использования запросов на языке SQL были в первом модуле, мы с вами их подробно прорабатывали, и в этом модуле также мы поговорим о примерах и подробно рассмотрим более сложный запрос.